Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Айскина. Всем привет! Мы молодые талантливые парни Ульяновск Патруль. Теперь вы можете нас видеть и слышать на портале ulpravda.ru. Но это очередная серия Шавухи Патруля. Что ж, Артём, приступай к выбору заведения. Итак, друзья, в этом нам снова помогает наш шавуха-мешок. Уже немножко потрёпанный, конечно, но я готов достать ту заветную бумажку. Ladies and gentlemen! Итак... Итак, наш коллектив отправляется в Шаурмарио на улице Марата. Погнали! Шаурма, шаурма, мясо нарежу мелко, шаурма, шаурма, возьму лучкой с тарелки огурцы свежие, помидорки красные, для всех вы одинаковые, но вы такие разные. I'm a Russian, I'm a criminal, запиши в УКРФ наши имена. Нам, пожалуйста, три больших шурмы сырного лаваша. Приправы без горчички. Не, без горчицы. А приправы? Ну, в смысле, есть грибы, есть горчица, ну и всякие, наверное, остальные. Ну, давайте, я не знаю. Что еще вам раз? Вам поострее? Нам поострее? Нет. Не, нам не поострее. Все понятно. Все. Ага, все, спасибо. Спасибочка. Спасибо. Так, тут есть кафешечка такая небольшая, здесь можно сидеть, в общем-то. Тут вот сиденье, вот тут столик, тут все культурненько, прямо около шаурмы, нормально так все. Мне нравится, я бы здесь посидел, покушал. Шаурма, шаурма, мясо нарежу мелко, шаурма, шаурма. Итак, друзья, шавуха куплена, но куплена не там, где нам выпало, потому что там оказалось, что мяса нету, и это большой будет минус в следующем выпуске, когда мы туда пойдем, потому что в следующем выпуске мы все равно пойдем в шаурмарию. Мы пошли рядом, у нас все равно была эта шавуха в нашем списке, шаурма Марат, которую вы видели вот во вставках, ну, общего вида. Ну что ж, друзья, я предлагаю тогда сразу приступать к поеданию шавухи. Всем приятного аппетита. Спасибо большое, Артём, тебе тоже приятного аппетита. И начнем давайте с такого момента, как интерьер. Смотри, сколько лаваша, Артём, сразу перебью тебе. У меня тоже. Мне кажется, редко кто кушает в этой шавухе, в этой шаурмичной. Мне кажется, очень редко. Ну ладно, поставим оценочки за нее. Ну что ж, если так привелось. Друзья, сразу скажу, от лаваша такой запах не совсем приятный. Перец болгарский. Да, перцем вообще, вот сейчас Денис откусил, и перцем прям очень сильно запахло. В общем, друзья, предлагаю перейти к оценке интерьера персонала. Я за интерьер и персонал. В общем, я расскажу. Из ларька смердит, просто смердит. Запах отвратительный. Я не знаю, что там было. Вот мне после вкуса вот этой шавухи, она мне прям вот этот вот ларек, понимаешь, мне... Очень неприятен этот запах. Бабуля вежливая, все хорошо сделала. Вы это, в принципе, видели. Блин, она мне горчицу так все-таки положила. Ну да, так, оттуда вкус. Так смердит, что оценку за интерьер и персонал я ставлю 2. Мне вот реально очень сильно вот это оттолкнуло меня. Серьезно, 2. Друзья мои, признаюсь честно, я несколько приболел после предыдущих выпусков нашего. Мы были на концерте, были 6 часов на ногах, холодно было. Так вот, дорогие друзья. Ну, судя по рассказам, это довольно типичный ларек, но с нетипичным довольно запахом. Я доверяю мнениям своих друзей-экспертов, как Артём, я выставляю оценочку. Ту. Ты уже 2 поставил? Я 2 поставил. Мне что-то вообще... Давай. Ладно, я поставлю ей 3 оценочку. Ну, вот это, да, вот этот запах, конечно, мертвецкий. Просто, мне кажется, может, бабуля там что-то варила уже... непонятно. Может, она уже разложилась, если вы скажете. Может. Я ставлю ей 3, да, я поставил? Да. Да, 3 ставлю. А так, знаете, нормальная бабуля была, вот. Бабуля хорошая? На камеру, мне кажется, она играла. Мясо, смотрите, так... смотрите, что с мясом. Да, вообще у меня тоже. У тебя, по-моему... Ух, ладно. Косточка это. В общем, друзья, вкус. Вкус? Что это? Я ставлю за вкус 2, ужас, опять какой. 2. Потому что он мне вот отдает вот этот привкус отвратительным вот этого запаха. Я вам не передать не могу. Я не знаю, мне плохо от него. Меня прям воротит аж от нее. Я ставлю 2. Я за вкус, дорогие друзья, ставлю 1.5. Дорогие мои друзья, кто делает шавуху, запомните. Хот-дог, хот-дог, шавуха, это шавуха, не надо это делать.
Если скрестить Михаила Горбачева и Ельцина, тоже хорошего ничего не получится. То же самое, скрестив шавуху и хот-дог, вы не изобретете там гениальное блюдо. Вкус полтора, не но больше. Это ужас. И вот смотрите, сколько овощей. Я не могу, я долго вот говорю, опять скажу, Денис опять. С Артем будут возмущаться на меня. Ну вот просто посмотрите, но вот то, это что овощ. Я хотел сказать об этом, чтобы выставить свою оценочку, полтора. А ты мне опять все сказал. Да, я, как повторяюсь в первом выпуске, я не люблю, когда очень много овощей там находится в этой шаурме. Поэтому я даже ставлю, знаете, мне вкус не особо нравится, я не чувствую никакого-то соуса, ни, даже майонез не чувствую. Я чувствую какую-то кетчуп с горчицей, это адская смесь, я ставлю единицу. Так, друзья, оригинальность. Я здесь хочу начать так. Оригинальность, она оригинальная, но оригинально в такую плохую сторону, что мне просто передать словами это нельзя. Я за оригинальность ставлю полбалла, это отвратительно. Блин, я не знаю этого. Вот была тогда худшая, здесь, конечно, так не структура, хотя структура, да, вот я сказал, структура у меня хорошая. Половина в пакете. И, полбалла, друзья, оригинальность, отвратительно. Да, вот я хочу подвести тоже мысль, что и Артём, если высморкаться в шавуху, шавуха с соплями тоже оригинальная. Это нигде в мире не высмотрит. Но за это ставить 5 – это преступление. Мы исполняем важнейшую общественную функцию. Для нас это сродни преступлению. Я за оригинальность этой шавухи ставлю 0, потому что кетчуп и горчица, я не знаю. Нет, за оригинальность, Денис. Это вообще, это... Я считаю, это преступление. Надо найти людей, кто это придумали, посадить в тюрьму. Потому что нельзя так издеваться над народом, друзья. Я за оригинальность поставлю 4. Знаете почему? Потому что здесь напичкано много разных овощей, хоть я их не люблю. Каких? Но это стоп! Капусту квашеную. Квашеная капуста, бабушка соленый огурец, свежий огурец, помидоры. Какой свежий огурец? Ты что орёшь, я не огурец. Пойму. Я оценку выставляю. Денис, ты хочешь обмануть нашего зрителя? Болгарский перец. Курица, кетчуп, сырный соус, майонез. Это я видел, что она накладывала просто. Вот, поэтому я ставлю 4. Все. Да у него в одном тюбике просто зубная паста такая же долита, и все, все наложил. Не и... смешная шутка. Не смешная шутка, это не шутка, это правда. Бабка, на, Денис, как это 4? Ну ладно. В общем, структура. Она, в общем, развалилась. Это структура, это единица. В общем, все. Дорогие друзья, за структуру поставлю 5. У меня ничего не ха-ха-ха. Ладно, ладно, какая 5, да. Ладно, за структуру я поставлю 3, поскольку у меня... Да, у меня хорошие перемешанные ингредиенты, потому что у меня из ингредиентов только капуста. Вот, я не знаю, оператор, скажи, будет видно на камере сейчас или нет? Вот вы просто посмотрите, сколько здесь капусты. В общем, Антон, я еще хотел тебя спросить. Я сколько поставил за структуру в шавухе, где на Робеспьера? 1.5. Полтора. Здесь структура получше, я переставляю оценку, 2 здесь есть. Я за структуру, говорю еще раз, ставлю 3. Итак, моя оценочка будет за эту структуру, капающую просто у меня изо всех щелей. В общем, ставлю 3, вот. Не больше, не меньше. Она так-то не развалилась, она просто сочится из всех щелей. Волос, дорогие друзья, у меня еще в шавухе волос был какой-то. Итак, друзья... Оригинальность мы оценили, вкус оценили, структуру оценили, интерьер персонала оценили. Сытность? Сытность 3. Вот так вот ей наешься, ну то есть наешься, не поймешь. Овощи, я не знаю, мне вообще, я не могу больше ее есть, она отвратительная. Я не знаю, сытность 3, я в общем все сказал, мне, и не знаю, для меня это хуже всех. Дорогие друзья, если судить по тому, сколько вы таких шавух сможете съесть, то сытность 10 должна быть, потому что даже одну съесть это серьезный челлендж. Вот, и если 3 таких шавухи за 20 минут, это вот, я не знаю, это невыполнимое задание. Это шавуха, а так сытность, ну здесь одни овощи, ну за что здесь, какая здесь сытность, это 2. Ребятки, я за сытность ставлю 5. Если считать по правде именно за сытность, то я наелся этой шавухой. Она может быть и невкусная. Она может быть никакая. Но если суть за сытность, я и наелся. Ну это как, знаешь, вот как мама в детстве. Это просто отвращение от нее. Заставляет какую-то вредную еду есть. Ой, так еще полезную еду есть, которая ни черта не вкусная, пичкает тебя. Ты вроде наелся, вроде. В общем, друзья, на этом, наверное, все. Мы подводим итоги. А как же мое фирменное вот сравнение? Я всегда каждому, ты не смеешь меня так, мои... Я каждую шавуху сравниваю с чем-то. Вот,
Эту шаверму я хочу сравнить с Виктором Цоем. Вот, для, может быть, кого-то недалеких каких-то людей она и кажется гениальной, но на самом деле из себя она ничего абсолютно не представляет. Это просто пустое место на карте шаву города Ульяновска. Это прочерк, крест. Отвратительная шавуха. Она недолго просуществует, я не знаю, зачем она там вообще стоит, зачем она там находится. Просто, я не знаю, это... не буду ничего говорить. В общем, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ульяновск Патруль. Также вы можете нас найти на сайте, на портале ulpravda.ru. Подписывайтесь также на группу Ульяновск Новости. На нашу группу Ульяновск Патруль, естественно, ВКонтакте. Будут новые розыгрыши. Будет разыгран много шаурм разных. Да. Будут, ну ладно. Будет много еще призов разных. Так что давайте, ребята, присоединяйтесь к нам и будем вместе выиграть. Чем больше подписчиков в группе, чем больше подписчиков на канале, тем больше конкурсов, естественно. Нам важна ваша поддержка в виде активности. Мы всегда рады новым, для вас новые розыгрыши организовать. И помните, друзья, дальше жестче.